Всем привет, друзья, с вами как всегда драйвер 51 рус. Значит, сегодня поедем, версия игры у нас как всегда на 3.0.3.16. Значит, поедем на приватном модике. На приватном моде, но поедем на дафи, ребят, на FX, на побережье. FX 105. Давайте запустимся. Мод установлен. Зима со снегом. Значит, вот такой прикольный мод. Кому интересно, пишите. Значит. Установлю. Покажу, как устанавливать. Давайте возьмем активно, нифига не видно, блин. Ну, вот, пересесть. Давайте мы там на двухкосники съездим, откроем гараж. Зима, он тут буксует, е-мое, сучка, я это не... Там не буксует, я что тогда...
данные моды ребята сделали на заказ, только мы приватный, то один дав, то другой. Срочно.
На корнях растут деревья, а тут у нас растут мухоморы. Посреди зимы. Ну что-то так, парни. Тяжко будет чувствовать. Чувствую, что мы можем гораздо не довести. Просто видите, ребята, тут где грязь, очень скользко. Павел меня накрутил. Где грязь, там не проехать, не пройти. Надеваем батон. Надо как-то нам его поставить. Надо по маслу катается машина. Красота такая, просто пипец. Как вы видите, тут как можно застрять полную цепь на машине. Поставили Монзима и попробуйте проехать по дефолтной карте на заднем приводе.
Вот попробовать поднажать и лупить. Тема медицина, она тут и поможет. Ленты разворачиваются, потому что я обалдею. А, блин, ребят, а вот и черных-то. Машина вроде пошла. Блин, тут и вижу, ты зацепился по хрене. Прощали, прицеды, цепи. Ничего. Да, реально многие мои ребята работали. Машина просто тупо не едет. Колеса передние не крутятся ни хрена. Да, блин. Мы достаточно до всех. Гараж. Мы просто надоели. Вон тут боком идет. Ух! Тяжело жить дальнобойщиков, парни.
раздает. Второй дафик наш. Заводись. И поехали заводиться. Тут, ребята, как в Евротраке, я сделал среднюю вышку ворота эти. Видел такую ребятку на пиратке. За цель там занято, у меня на пункте стоит. Стоит на пиратке. Думаю, это должен получше пойти. Я все сзади гребущие под рынка. Поедем, ребята, за буренками. Затёлками. В прямом смысле слова затёлками. Данный набор лыжи. Коробка, ребята. Как груз. Когда мы реально едем затёлками. Так, как там нужно двигаться, заехать, а потом выехать. Давайте мы задом давайте. Ускорять ещё.
глупая ты или нет. Ладно, вроде прикольно, не так. Так, было 500. Загрузить корову. Ребята, теперь у нас тут есть корову. Попробуем залезть туда, посмотреть коров. Так. Ну, сейчас темно. Ну, вот они стоят. Спины только видно. Ну, ладно, все равно сейчас будем ехать долго. Еще тут коров не все. Увидим. Все, погнали. Коров загрузили, пока я тут не замерзли. Опа. Дела. Солярка заняла как-то. Так, у меня выделочки. Так, и солнышко один уровень. Дело дрянь, ни хрена не видать. Вот вам больные зима. Это парни. Мы делаем на корабле. Так, ехать, доехать. Хоть 100 бамбук увидеть. Заправка не надо, где заправка-то? Легко, тут, вот где-то рядом. Где-то слева. Где-то слева, но, блин, заправка. Где только? Его не уронить. А вот, тормозах, ребята, вот, катится. Так, солярно залили, теперь стоит, ага, вместе не тормозка. Гололёд. Ну, сиди, ну, здрасте, ну, здрасте. Время 0:03 уже. А не могу ли я перемотать пока что время? Ну там, ну там, ну там. Ну так. Все равно надо проходить. 7. Опа, ребята, отличненько. Да, мы 7 сделали, делаем 5.
Вот так, хоть его видно бы все. Но в мультиплеере это не прокатит, сразу говорю. Я уже ее один раз и положу. Через обратно упала, поехали. Блин, торможу и на тормозах катится машина. Вот это мод зима, вот это гололед. Я отсюда коров, наверное. Родная. Как-то надо махануть тут. Так. А, кстати, ребята, коровы, ё-моё. Вот они, коровы. Ха! А вот они, коровы, стоят. Ё-моё, на коров. На первом этаже, и на втором. И тут коров. Все без обмана. Коровы. Коров много. Все, похоже, вижу. Приехали. Японский городовой. Нет, туда все сейчас зацепится. О, есть шара.
нас доставят на ферму. На зеленый батон, наверное. Сколько корова дает молока, не выдает за день, станет рука. Так что вот этот буйнок приказали нашим бояркам. Даже где-то стеклянные виды. Перевернуть вот это дорога жизни, все добавили до шлента. Просто японский городовой для плотника. Где-то остатка-то низко, что-то я вообще лучше. Коров потеряли, японы, мама. Детишки, наверное, тут коров не потеряли. Вот, ребята, есть обалденные негодилы, есть желание. Говорится, кто ищет, тот всегда находит. Главное желание. Будет желание, все у вас будет. Желание, стремление к чему-то. Поэтому, если кто-то хочет, то старайтесь, ищите. На этом, я думаю, легче придется пройти, полегче он пойдет. Все-таки сзади двери, левой скорости. Ну да, видите, идет по улице. Тоже задний привод. Не стал я их делать полным приводом, хотя в принципе спереди мотата как такового и не видно. Привод идет на спереди, да? Можно было, конечно, и полный привод, но пока я на заднице гоняю.
два варианта. Ну, тут просто на моде зима стоит еще. Медиа сделано так, что на большой скорости должна стоить, а вот по маслу катается. Ох, и зима, зима. Видите, как буксует? Это сцепление тут сделано именно под зиму, ребята. Видите, все, машина встала. А если ты на скорости на тормоза нажать, ты улетишь как на санях, как по маслу. Так что вот, блин, это тупичка, ебаная. Да и тупичка, она же большая там. Пора коров, телочек. Так что, ребята, Пинтерес жив. Жив, жив и будет жить. Бревен перешли на коров. Так что все нормально. Блин, на ровном месте, е-мое. Ну-ка, давайте-ка. Надо двинуть чуть-чуть. Давайте, поехали, е-мое. Ну, хочет. Вот это машина вообще заворачивает. Да, завалил тут, ребята, клёвый. Ну, хрена, что зацепиться. О, есть. Специально, ребята, не выбирал асфальтовую карту такую. Выбирал асфальтовую карту. Главное место для зимы такая снеганца. Давай. Вот так. Ралли в стиле. Нормально.
Ну, подперли. Вроде на спину как тормозит. Ну, это нужна там грязь. А вот на грязи она вообще офигенно вот. А люди так катятся. Доставлены. Не знаю, есть смысл тут ехать до гаража. Да, таки можно попробовать, но сейчас по лужам пытается мы не пройдем. Опять не любит. Не как это жопа вот я вижу. Даже на грузовых машинах не сделали карту на машине. Машина пула, как-то, ну да.
колеем. Что ты будешь делать? Это раскалечило. Это зима. Не мое. Вот он там может. Давай почти хуже, понимаю, цепляться не за что. Все, видно, походу, сложило. Трындец. Да. На помощь. Цепь укидывай, не мое. Давайте, детишки, ложись. Еще кто-то тащит этим течением. Ну, а там же еще гололед. Вот она идет-то что-то. Здесь на холоде, скорочек, приехали. Походу загубили тачку. Давай. Вот вам мама складывает сволочь с течением. Уносит нас в море, парни.
Баренцево море. Давайте выровняем ее, ну, понемножечку. Ну давайте, зараза. Отцепляем нахрен. Отцепляем. Тачка потеряется. У нас как-то тащили эту убить. Вот и передаю. Хорошо, коробы из них. Здоровая. Лихуна мама. Вот и все. Видимо, надо было раньше полицей бросать. Ну, вообще, тачка уносит. Ё-моё. Ну, что за босс-то? Давай, пошла. Задом вылезет. Там вот впереди вправе встали на хуй. Привет, нахрен не нас достаточно. Короче, все, ребята, геройски мы тут застряли. Слава богу, что не тепло. Перескочим в гараж. Давайте сразу вот у нас второй гараж открыть. Где вот машина стоит в этом. Перемотаем сразу время. Так что вот, ребят, такие два замечательных приватных номера. Сделали для меня игроков. Советую, кто хочет воплотить свои мечты. У кого есть желание, если есть желание, естественно. Я думаю, что когда есть желание, то обычно у людей все получается. Было бы желание, как говорится. Так что, ребята, держайте. Ищите, кому надо делать, кому модов. Всем, ребят, удачки. С вами был Драйвер 51 Минус. На приватном моде Data Fix 105 сделанный заказ. Так что подписывайтесь, ребят, на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки. Как только группа наберется 2000 подписчиков, ребят, будет розыгрыш
лицензионной игры Battlefield, Bad Company 2, Steam-овской. Ну, значит, также, и когда наберется на канале 2000 подписчиков, также будет розыгрыш игры, пока еще не знаю какой, посмотрим. Ближе уже будет 1000, я поделюсь и уже скажу, что будет разыграно по группе, на 2000 будет разыграна лицензия Battlefield Bad Company 2. Стимовская версия. Значит, так что, ребята, будьте активны, ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на группу, на канал, подтягивайте друзей. Будем обзорить очередные новенькие или старенькие переконверченные моды. Всем удачи и пока!